Привет, мы переложили уже 1000 метров разных вариантов ламината елочкой, и сейчас я прихожу к выводу, что любую елку надо либо укладывать полностью на клей, либо проклеивать замки. Как бы правильно ты не укладывал такой ламинат, в большинстве случаев рано или поздно появляется хотя бы незначительный скрип. К сожалению, некоторые производители против такого метода укладки, а я вот только за. У него один лишь только минус, ламинат перестает быть разборным. Но подумайте сами, как часто вам придется разбирать его и придется ли вообще. В 95% случаев вы будете его разбирать, чтобы выкинуть и положить новый.